Хорошо. Тут гитара не так стоит. Истерически разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся. Итак, эфир идет. Как показывает прибор, самое время сказать вам, друзья, здравствуйте. И ждать появления... Ого, ВКонтакте Наталья Акульзина присоединилась. Так, да, приятно. Вера. Вера. Вера, привет. Привет. Так, Елена Пинчук, Елена Трудникова. Так, девушки чувствуют, да, что дело к 8 марта. Анатолий Полянин, Виктория Федорова, Ольга Зеленская, Ирина Николаева. Это Петр Подольский, привет. А-а-а. Алла Беляева актеры присоединилась. Александр Потников. Светлана Кашина. Ну, по-дольски ты поймешь, о чем речь идет в сегодняшней песне. Я думаю, тебе будет интересно. Тамара особенно. Пущина, Юрий Пупков, Ирина... Так, убегал ты меня. Юра... Алла Беляева тебе поцелуешь. Вот! Да. Прилип! Беляева, не оторвать! Хорошо. Так, такое ощущение, что прям вот всех вот вижу, весь мир вот вижу. Вера Пауданин, привет. Ага, пишет. Вот она. Мария Горбач смотрит. Вера выскочила, похоже, вот здесь. Гаргар. Так, Пермь с нами, Финляндия с нами. А что ты схватил гитару? Надо сказать, кроме это самое, про то, что спит, надо что-то сказать. Итак, для тех, кто не знает, в этой программе «Песня 21» мы выходим регулярно или нерегулярно в эфир с Еленой Пинчук, нашим всем, наших все, директор, видеооператор и, в общем, все наше. И я, Михаил Новинский, мы выходим и исполняем какую-то, делаем так, чтобы вы слушали одну из песен, которые я понаписал в этой жизни. С целью того, чтобы песня не потерялась, потому что стали не забываться. Я же не все исполняю на концертах. И вот сегодня наступил черед песни, которая черти когда написана, в каких-нибудь 90-х годах. Вот. День у нас замечательный сегодня. Сегодня последний день зимы. Вот кто-то придумал, да? Хорошо придумал. 28 дней февраля. Мы так все ждем, когда чертова зима кончится. И ведь могло случиться, да, что там 31 там был бы в феврале день. Ух. Хотя понимаем, что разницы никакой нету, что, но все равно приятнее что, считать, что сегодня такие зима как бы заканчивается. И мы начинаем вступать по весне. И в этот день сегодня, представьте, родились замечательный барабанщик Игорь Чередник. Барабанщик, который переиграл в куче коллективов, и в нашем легендарном коллективе «Зеленая волна» он тоже играет. У нас два знаменитых барабанщика – Илья Ивахнов и Игорь Чередник. Но сегодня более знаменитый Чередник, потому что у него день рождения. Ивахнов, не обижайся. Вот, и что? И сегодня еще празднуется день рождения замечательный поэт такой женской прозы. Мария Булат, мы ее тоже поздравляем, это лидер, да, или как сказать, группы «Дефекты речи». А так, Лен, я ничего не путаю. А, один из лидеров. Один из лидеров. Там еще Юра Ельский. Да, как бы не означает. Да, как бы не означает, есть там Юра Ельский. В общем, мы поздравляем с тем, что Мария таки родилась на белый свет. Вот вчера еще один Кулацкий подпевала, праздновал свой день рождения. У нас вообще осталось в Петербурге двое Кулацких подпевал. Я, да, Саша Заславский. Был еще Барзыкин, но он не эмигрировал. Вот. Так вот, Сашу Заславского мы тоже поздравляем. Вот. И желаем всего наилучшего. Вот. Никто не знает, поищите в интернете. Я думаю, что все. Алекс Лисовский и Германия опять-таки с вами. Deutschland. Добрый вечер. Наталья Мартякова, Геннадий Михайлов. Это Америка у нас. Мартикова – это Россия. Мария Горбач. Ты... Люблю эту песню. Которую? Она уже знает. Серьезно? Мы сейчас посмотрим. Ну, мы же название пишем. Семен Семенович, я это забыл. В общем, наверное, все я сказал, дорогие. Если вы меня слышите, то мы, наверное, начнем петь, а потом, может быть, еще чуть-чуть поговорим. Пишите, как там слышно, видно. Финляндия уже совсем... Валерий Бочкин, Ольга Смирнова, ой, Валерий, привет, Дмитрий Валерий, Федоров, да, Виктор Гончар, Игорь Фомин пишет «Весь Череповец» с вами, Красимир Вранский присоединился, Сергей Морозов,
Антонина Бордовская, Слава Балясников, Владимир Окунев, Валентин Голубев. Контакт у нас стал побеждать что-то Facebook по количеству. Ну-ка, Facebook поднажмите. Итак, да, песня написана сразу где-то... Марьяна Бакунина, Олег Яковлев. Привет, друзья. Значит, история такова, она написана где-то после того, как, кстати, Валерия, после того, как мы отыграли в театре «Сказки на Неве», и, в общем, я покинул театр «Сказки на Неве», не только я, но еще и актеры. Вот, а Валера там вот остался. И трудится, насколько знаю, до сих пор. И я был в Дойчланде, Алис, я был в Дойчланде, и мне, пейджер тогда был у меня. Тогда свой пейджер оставил одной даме, чтобы она, так сказать, мне присылала в Германию тогда сообщение, которое мне приходит на пейджер. И вот на пейджер из города Вологда ко мне пришло сообщение. Поставила кассету и реву. И вот там, в Дойчланде, значит, я посидел над этим сообщением, подумал, что бы это значило. В общем, это сообщение пришло от одной вологодской актрисы. И наверняка ей и Вологде, и Германии, и тому времени посвящается эта песенка. Я надеюсь, что я не забыл текст. А если забыл, то я перепою. Вы готовы? Я готов. Она поставила кассету и ревет. Она поставила кассету и ревет. О том, что замужем уже не первый год. О том, что молодость прошла или год. Она поставила кассету и закурила сигарету и вереницей прошлых дней круговорот. Но почему он поступил как идиот? Почему он не сказал, что мы одно? А начиналось все красиво, как в кино. Еще июль, но она чует Новый год. Она поставила кассету. И идет. А расставаться было просто и легко. А сердце ранено, светло и глубоко. Пришла подруга, говорит, что все пройдет. Но она поставила кассету. Вижу ваши лайки, чувствую ваши аплодисменты, даже слышу, точно слышу ваши бурные аплодисменты. Спасибо, друзья. Вот мне даже удивительно, я когда репетировал эту песню перед тем, как вот выйти в эфир, все время ошибался. Но сейчас как вот почувствовал аудиторию, так ни одна ошибка. Андрей Кулешов присоединился, привет, Алексей Гербов, Мария Масловская, Валерий Бочкин пишет: «Миша, ты супер».
Елена Аршанская, говорит. Михаил Попов, Наталья Кользина, Александр Чистяков пишет: да, у Марии Булат день рождения, присоединяемся к поздравлениям. Пускай не ревет. Сергей Антипов, Сергей Лобанов, Эля Каминова, Надежда К. пишет: что завели Токарев 2? Надежда, это Михаил Новицкий 1. Да нет, пускай. А, из усов, что ли? Наверное, да. А у него не было такой замечательной бороды. Сергей Морозов пишет: хорошо слышно и видно, сижу слушаю, спасибо, что мою фамилию упомянули. Тарас Кулак, Алексей Черемсин. А Сергей Морозов спрашивает: а будет ли песня про золотое молчание? Про что это? Не знаю. Про молчи, может, Галича, я не знаю. Тут штуковина какая. Дело в том, что я исполняю песни в этой программе исключительно то, что я сам понаписал, либо на чужую музыку, либо еще какие-то варианты. То есть там, где я существую как автор. Может быть, мы заведем песню 22, где я исполню все песни, которые исполняю других авторов. Вот. И... потому что в этом есть смысл, в этом есть какой-то смысл, потому что именно я исполняю, а не копирую и не обезьяничаю. И в тех песнях, которые я присвоил, хороший, в общем-то, исполнитель является соавтором. Хороший, потому что он наполняет смыслом своим или дораскрывает те вещи, которые, может быть, автор сам и не заметил, что сделал. Вот. Ух, наговорил я. Ваш друг Сергей Коробкин присоединился. Привет, Серега. Это один из барабанщиков, который сейчас как бы такой сессионный наш перкуссист. Ученик Ильи Ивахнова. Он тоже с нами много поработал. Вообще, эта песенка сделана на фестивале «Лампушка», ну, когда музыкальная история подошла. Я просто вылез из палатки после, в соответствующем состоянии. Вот, увидел Александра Петерсона, он тоже выполз, вытаскивая гитару. Я взял аккорд ми мажор и стал, и он стал что-то там наигрывать. И вдруг стали народ выползать из палаток. Вот у нас эта песня, в общем-то, в таком нормальном смысле состоялась. И она записана на альбоме. Альбом называется «На середине жизни». Можно найти в интернете. И записал ее, и сыграл на гитаре в хорошем качестве Роман Мурашко. Вот, который сейчас живет недалеко от города Москва. Света Соколова пишет: привет от меня и Маси. Привет. Маски можно туда показать отдельно. Был рад видеть Маську. Ну и Свету, естественно. Вот, на берегу. Болязников пишет: я ВКонтакте смотрю. Он пишет в Фейсбуке, что он смотрит ВКонтакте. Классно, классно. Спасибо за помощь. Мария Горбач, бурные аплодисменты. Прибурные, класс, спасибо. Людмила Вайнер смотрит. Людочка, привет. Фиме тоже привет. Да, привет. Лариса Картузова: здорово, спасибо, Михаил. Получилось, да, таки сегодня? Вот, ну вот я такие так исполняю Ирма песню. Ирма Палагина, отлично. Привет. Вот, исполняю эту песню, вдруг кому-нибудь пригодится, потом вдруг у кого-то будет, какой-то команде будет нехватка репертуара, ему, или покажется, что они могут как-то сделать интереснее, веселее, сделать аранжировочку какую-то свою. Вот, а так можно там, в нормальном качестве именно эту песню послушать в интернете. Владимир Рощин пишет: привет с Камчатки. Привет, привет. Давненько. Сергей Морозов: а возможно быть соавтором музыканта, не только тех авторов, которые пишут книги? Так, это очень мудрая мысль. Я еще раз перечитаю, там написано, да. И попробую ответить. Потом. Да, Михаил вам всем поотвечает после эфира на ваши комментарии. Да, так что комментарии оставляйте. Оставляйте комментарии. Каждый комментарий не останется без ответа. Почитаю. А так, сейчас мне не раздвоится, но кое-что понимаю. Вот. Ну, что напоследок могу сказать, что сейчас мы готовимся к двум событиям. Во-первых, раз весна наступила, то мы традиционно, уж извините, празднуем все-таки советский праздник, который я 8 марта, ну, по привычке, по детской. Да, это гендерный праздник. По гендерному принципу, да, или как это называется. Да, мы любим наших дам за то, что они именно дамы, за то, что они физиологически отличаются от нас, в принципе, и нам это нравится, и это нас вдохновляет на то, чтобы писать песни, когда-то, может быть, думать, страдать, скучать и так далее, и так далее. Ну, был повод советский такой,
Там был день рождения Клары девственницы. Вот я вот неплохо знаю историю, но чтобы там где-то фигурировала Клара девственница, которая продавала розы в Люксембурге. Розы в Люксембурге вполне возможно 8 числа, потому что у меня роза зацвела в кухне. Роза зацвела буквально на 17 декабря, на мой день рождения. Так что вполне возможно, что роза в Люксембурге эти... Есть. Есть. Вот, и пускай они будут 8 марта у всех, и они будут обязательно не мне розы, гиацинты. В общем, весенние цветы. Это... Весенние цветы, да, будут 8 марта. На Пушкинской 9. 9. И все, вас... кто будет в это время в Петербурге, просто обязаны там побывать. Да. То есть все, будет хорошо. Все девушки обязаны, потому что больше праздновать негде. Просто негде. А парни... Потому что у нас самые лучшие девушки. Да, потому что у нас самые лучшие девушки. И самые лучшие песни, и самые лучшие исполнители. Ну, львиная доля будет песен моих с командой, но еще будут сюрпризы. А вот, чего еще не сказал. И мы готовимся к спектаклю «Маленький принц», который мы покажем там же, только уже 20 апреля. Это такой тоже спектакль, который я написал массу песен для каждого героя. И они хорошо сделаны. Кстати, записывал их Леша Рахов, делал фонограммы. Тоже легендарный музыкант города Петербурга, и не только, и всего советского рок-н-ролла, может, постсоветского. Все, друзья, делитесь, пожалуйста, вот этими видео со своими друзьями, если понравилось. Посылайте своим девушкам, приобретайте билеты на 8 марта. Что там вам лазит, покупать всякую ерунду по всяким магазинам. Приобретите билет на наш концерт. Там будет фуршет, дискотека, танцы, все будет. Подарки. После концерта подарки, да. В общем, не теряйтесь, потому что лучшего подарка все равно не найдете. Вот, это я говорю вам без ложной скромности. Вот, и берегите природу, мать нашу, потому что какие бы ни были отношения между людьми, между странами, самая большая проблема – это сохранить нашу землю для наших потомков. Все. Обнимаю всех контактников. Фейсбучников. Слушайте, а звучит фейсбучники, да? Как... Фейсбучников. Фейсбучников. Нет, фейсбучникова. Фейс. Фейс. Лицо. Фейс. Да. Да. Есть какой-то созвучий с каким-то таким словом. Странновато для... советского и постсоветского, не только советского пространства. Ну все, хватит болтать. Все, хватит болтать. До свидания, да. До новых встреч, до новых эфиров, до 8 марта. А может, еще успеем песню любить спеть. Окей. Пока. Пока.